Строители приступили к возведению второго этажа детского сада на 330 малышей в Кубинке. Идет армирование вертикальных конструкций. В трехэтажном здании будут просторные игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой и спортом, пищеблок, медицинские и процедурные кабинеты. Площадь объекта составляет 5000 квадратных метров. На территории вокруг детсада будут установлены теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы. Все работы проходят по графику.